Всем привет! Кто не знает, как меня уже представили, меня зовут Игорь Леонтьев. Я уже являюсь MVP, как было сказано. Да, это приятно, на самом деле. Я родом из Украины. Много лет работал в Украине, на данный момент я живу и работаю во Франции. И сегодня мы с вами будем говорить о разработке, о мобильном DevOps'е с Xamarin Test Cloud'ом, с Hockey Apps'ом и с использованием Visual Studio Team Services. Смотрите, единственный момент, это один из вариантов. Я не буду кричать, что вы должны обязательно использовать этот вариант. Это просто один из вариантов конфигурации. То есть, чем он плох, чем он хорош, обсудим позже. Но, как бы, если есть другие варианты, они тоже могут жить. И такой момент сразу же, как бы, я не Xamarin Developer. То есть, я специалист по Microsoft Azure, по облачной платформе, немножко по DevOps. И давайте, наверное, начнем уже говорить и пропустим эту большую преамбулу. Как бы у нас сегодня запланированы две такие большие части. Это небольшой такой overview в общем. Мы попробуем, я в принципе хочу больше даже от вас попробовать услышать, как вы думаете, что такое мобильный DevOps. И дальше я покажу, как сконфигурировать непосредственно на Visual Team Services с Xamarin проектом, с билдом непосредственно под все платформы, под Universal Windows Platform, под Android Platform, под iOS Platform. Как Continuous Integration билды, так и билды с Test Cloud, с Test Automation. И непосредственно покажу о дистрибуции мобильных приложений. Итак, такое. Как вы думаете, что такое мобильный DevOps? Можно я попробую? Давайте. Я считаю, что DevOps это набор практик, инструментов. Более формально подойду, да. Для создания мобильных, тестирования, публикации и вообще организации жизненного цикла мобильных приложений. Ну, в принципе, на самом деле, абсолютно все ответы, которые были, я думаю, Антон запомнил все, кто называл ответы, абсолютно все ответы были близки к правде. Это абсолютно все то, что вы сказали. Это использование тех практик, по сути, это методология. Но с мобильным DevOps есть огромная большая проблема. Как вы думаете, какая? Подсказка на слайде. Да, на самом деле, что у нас тысячи девайсов, и у нас очень фрагментированная экосистема. То есть, как бы, китайцы-то не спят на самом-то деле. То есть, если примерно вот это разобрать, то есть, вот смотрите, это уже чуть-чуть устаревший слайд, потому что недавно же был анонс iPhone, новых айфонов. То есть, а также, как и были анонсы непосредственно новых Android-телефонов, но на данный момент у нас 8 версий операционной системы, 9 в бете, 20 устройств, уже где-то получается 24 с новыми цветами, 20 языков, 35 локалей и 6 размеров экранов. Но с этим еще как-то можно жить. А давайте посмотрим на мир Android. Что у нас есть? Уже 11 версий операционной системы. Порядка миллиона девайсов. Не 24 тысячи. И даже в этот момент, когда мы с вами разговариваем, китайцы клепают новые. То есть 39 языков, 57 локалей, 27 размеров экранов, 15 основных производителей. Я говорю про главных производителей, как Samsung, HTC там, и так далее. И 6 конфигураций экрана. То есть это я говорю про TFT-экраны, про AMOLED-экраны, про Super AMOLED. То есть вы же поймите, отображение будет разное. И чтобы вы примерно поняли вообще проблему и ту беду, которая за собой несет мобильный DevOps, у меня есть вот такое, скажем так, одеяло всех размеров экранов. И то оно чуть-чуть устаревшее, это время Samsung Galaxy S3. На самом деле это одеяло сейчас еще больше стало, его просто не впихнуть на слайд. Как бы это было бы очень мало. Ну, сами понимаете, то есть проблема большая, и с проблемой надо мириться. И самое главное, в случае с айфонами, у нас есть просто семейство айфонов, у нас есть семейство айпадов, и у нас есть вот этот всеми любимый 3D Touch, то есть который мы тоже должны как-то обрабатывать и с ним работать. Потом есть Apple Pencil, который мы тоже должны как-то с ним работать. По сути, штука за 100 баксов может быть для кого-то бесполезная, но мы должны понимать, что надо с ней работать как-то. И в случае, самая большая проблема вообще непосредственно всего мобильного мира, это большие ожидания пользователей. В свое время Стив Джобс сказал, что как бы думаем о разном, think different. По сути, на данный момент ситуация такая, что все думают об одном и том же. Смотрите, давайте обратим внимание на статистику даже. Я вернусь сюда. На данный момент, на сегодняшний год, 23% пользователей удаляет свое приложение после первого старта на их системе. Как вы думаете, почему это происходит? Crash. Что еще может быть? Не разобрались. Что еще может быть? Вариант.
вариант. Вот самое-самое-самое-самое основное. И тут я возвращаюсь вот как раз к предыдущему слайду. То, что у нас любое мобильное приложение, это на самом-то деле уже какая-то большая интегрированная система. То есть прошло то время, когда у нас на мобильном девайсе было там, ну просто какое-то окошко, там что-то прыгало, оно как-то взаимодействовало с устройствами типа камеры, там GPS или еще чего-то, и что-то выводило. Сейчас в любом случае у вас будет какая-то фронтовская часть, это мобильное приложение, и что-то в бэкэнде. По сути, там бэкэнд может быть нереально огромный. То есть и это на самом-то деле накладывает огромнейшие, скажем так, проблемы на разработчиков. Смотрите, идея в чем? Когда мы говорим непосредственно о классическом DevOps, это мы говорим о том, что это методология, и мы должны прежде всего построить отношения в команде между людьми. То есть мы должны построить правильно процесс. В случае, если давайте разберем вот классический пример там, с использованием именно практик. Когда у нас есть сайт, мы интегрируем наших непосредственно разработчиков, есть какая-то система, есть сначала какой-то бэклог с задачами, есть система управления версиями. Бэклог с задачами, я смотрю, кого-то прям сильно... А я думал засмущал. Есть бэклог, у нас есть какая-то система контроля версий, у нас есть билд-сервер, у нас есть какой-то настроенный процесс релиз-менеджмента, но это в минимальной конфигурации. У нас есть тестирование непосредственно, и у нас есть доставка на наши там, на девелоперскую среду, там на QA-евскую среду, на препрод, прод, стейджинги и так далее. В случае с мобильным DevOps, какая у нас проблема вырисовывается? Вот этот процесс код репозиторий, build плюс deploy, автоматическое тестирование, еще реально имплементировать. Но если мы говорим непосредственно про дистрибуцию. Ваши мысли? Ну, на месяц в случае с iOS. Да. То есть, на самом деле, это выражается просто в огромнейшую проблему. Смотрите. Вы же не можете допустить того, что вот вы там потели над этим приложением, там, я не знаю, в течение полгода, педалили его, вы его выкатываете, а там остался какой-то маленький баг, который непосредственно все люди пишут, фу, говно, я больше этим пользоваться не буду, в принципе, как минимум. То есть и у нас вырисовывается целая огромная большая проблема с дистрибуцией. Потом непосредственно нам надо еще как-то собирать статистику по приложению, мы должны его улучшать, собирать пользовательские фидбэки, мониторить. И потом на это уже дальше заново стартовать процесс, бэклог и понеслась дальше. Вот сегодня в презентации я больше буду говорить о таких трех основных практиках. Это Continuous Integration, Continuous Delivery и Continuous Monitoring. И вот в рамках их я буду показывать примеры. Идея в чем? Изначально мобильного DevOps. Мы должны достаточно часто и достаточно быстро давать пользователям новую версию. Потом мы должны постоянно контролировать наше качество. И мы должны постоянно мониторить непосредственно перформанс нашего приложения. Сколько оно отжирает оперативной памяти. Как часто, при каких условиях оно крашится. То есть это нормальная ситуация, что мобильное приложение закрашилось. То есть рано или поздно крашатся абсолютно все приложения. Просто зависит от того, сколько в данный момент на устройстве запущено, в какой среде находится это устройство, какое обновление стало и так далее. И мы это постоянно должны мониторить и общаться с нашими пользователями, чтобы пользователи были абсолютно, абсолютно согласны, что окей, это шикарная команда разработки, нам надо пользоваться, даже несмотря на те проблемы. В случае с Enterprise все немножко проще. Там сказали, точка, пользуемся, и у вас другого выбора нет. Ну, солевито, как говорится. Итак. Следующие такие слайды больше построены на таких больше вопросах к вам. Как вы думаете, каким образом мы можем делать быстрые итерации и в это же время контролировать качество? Должны быть какие-то промежуточные, не продакшн, да, там, а вот именно тестовые какие-то чижи. Xamarin, Test Cloud, то есть в эти вещи. И там уже смотреть и анализировать. Абсолютно правильно. Ну а если мы попробуем поговорить сначала в общем, с чего, каждый раз, то есть если мы говорим выкладывать в тест слайд, замечательно, но каждый раз, по сути, должен разработчик идти на своей машине, там, заходить в студию, там, в Xcode, говорить, окей, выкатываем в тест слайд, и дальше рассылать notification пользователям, что у вас появилась новая версия, попробуйте его потестить. Как решить эту проблему? Да. Ну, в
Вообще существуют инструменты, которые позволяют делать, например, бета-тестирование для закрытого круга людей там по приватной ссылке, например. Ну, абсолютно, да. Тут я абсолютно согласен, но тут идея в том, что перед бета-тестированием, то есть вот, нам надо решить прежде всего вот эту проблему, что, как я сказал, что пользователь зашел, нажал кнопочку и отправилось приложение в тот же тест-флайт. То есть тут было правильно, надо было настроить билд-сервер, который будет непосредственно запускаться на каждом чекине кода. Да, в идеале. Но об этом тоже сейчас поговорим. Ай, работай. Окей. А кто в аудитории знаком с Team Foundation сервером и Visual Studio Team Services? А для тех, кто не знаком, очень крутая штука, которая поддерживает две системы управления версий. А тут все из мира .NET или есть open source? Ну хорошо, для тех, кто из мира .NET, Team Foundation Version Control не знают, для всех остальных, и слава богу, что вы не знаете об этом. Так, из того, что здесь реально классная фича, которой я пользуюсь, это безлимитное количество приватных репозиториев. То есть, и по сути, это вот на данный момент самый такой большой комплекс инструментов, где есть все, end-to-end DevOps. То есть мы можем и планировать задачи, и управлять кодом, и управлять билд-машиной, и управлять деплоем, и так далее, и так далее, и так далее. И что еще из классного, я тоже буду сегодня показывать. У нас ходу из коробки именно Team Services, это облачная версия Team Foundation сервера. У нас из коробки есть просто билд-агент, который билдит все наши приложения. Большинство примеров сегодня будут построены непосредственно с использованием этого билд-агента. Я добавлю от себя только одну небольшую вещь. Он не просто есть из коробки, он в придачу еще и бесплатный. Нет, 5 юзеров — это на вход, как бы, в ваш непосредственно Visual Studio Team Services аккаунт. Но если у вас есть MSDN подписка, то можно оплатить вход именно ею. То есть, на самом деле, тут все проще, да? Будет работать? Ну, конечно. Это ж, как бы, по сути, это сайт. С маком. Ну, об этом мы... Да, под Android, под UDSL Windows Platform, но не под Xamarin. Тут как раз об этом мы сейчас тоже будем говорить. Окей. И последнее, то, что было сказано. Есть инструмент, уже был из зала подсказка, что есть инструменты, которые позволяют нам мониторить пользовательский фидбэк, делать автоматическую рассылку при каждом входе в строй, при каждом выпуске новой версии. Мы должны просто создать эту, скажем так, бета-программу, альфа-бета-гамма-тестирование для наших пользователей и настроить, чтобы мы могли непосредственно с нашего continuous deployment, с нашего билд-сервера, непосредственно на эти тестовые сторы, так называемые. Будем говорить это именно так. Работай. Да, и ну, следующим шагом, логично, мы должны мониторить непосредственно краш-репорты, которые происходили с нашим приложением, и просто фидбэк пользователей. Вдруг пользователь сказал, что мне просто неинтересно работать с этим. В любом случае, первыми же пользователями вашего приложения чаще всего будут девелоперы, такие же, как и вы. И я вам по секрету скажу, вот, судя вот по моей статистике, которую я видел уже на предприятии, самый лучший фидбэк мы получаем от девелоперов. Потому что они от души любят накатить на вентилятор. Да. На самом деле это вот самое важное. Ну вот, да. Это очень интересно. Что я буду сегодня показывать и на основании чего я буду показывать тестовые сторы. Именно для тестовых версий приложений. Есть такой сервис замечательный от Microsoft. Это HockeyApp. Он позволяет производить непосредственно дистрибуцию приложений на конечное устройство пользователей. Причем самое кульное, например, в Android-версии там это все вообще происходит на лету. То есть вам приходит просто notification, приложение обновляется. С Windows Phone и iOS немножко надо, скажем так, провести манипуляции. iOS-телефон надо перевести в режим разработчика. Обязательно без этого вы не сможете. А с Universal Windows Platform вам надо еще каждый раз, когда вам прилетает новая версия приложения, подключать ваш телефон непосредственно к компьютеру, запускать командную строку и ручками устанавливать это приложение. Да. С Windows Phone нет. И HockeyApp. Там... Ну, работая с десяткой, а в случае с Windows 8 можно передать приложение, оно придет по почте, и к нему будет вот такая четырехэтажная инструкция,
как его установить. То есть там ручками устанавливаются апп-пэкэджи. Но там есть, по-моему, небольшое ограничение, что это будет работать только если я его устанавливаю с SD-карты. Да. То есть если у меня телефон без SD-карты, то кина не будет. Ну, да. Но это, но вот это... есть такая деталь, непонятно откуда она взялась, но такая деталь есть. Так, пошла проверка сразу же. Так. Из того, что какие фичи он дает, это непосредственно еще помимо того, что мы делаем дистрибуцию наших приложений, это сбор фидбэков и это сбор статистик по крашам. То есть в случае вообще с тестовыми версиями это очень круто, потому что по сути в код вашего приложения внедряется целая SDK, которая, скажем так, запускает в такой временной песочнице ваше приложение и мониторит все, что происходит. Но это хорошо для тестовых версий. Потом я буду показывать, как можно это обойти, но, может быть, даже немножко не в более корректном виде. Окей, Continuous Delivery. Нам надо настроить в идеале несколько сред. Причем эти среды должны быть разбиты непосредственно по вашей бета-программе. Например, первый девелоперский билд, например, это альфа-версия вашего приложения. Каждый раз, когда девелопер оттестил у себя на машине, он делает коммит, там, ветку, там, мастер, например, автоматически идет билд, и вот этот билд приложения подписывается, тестируется и отправляется непосредственно сразу же в стор приложений для альфа-тестировщика. То есть, по сути, HockeyUp работает как подписка, у вас есть как стор для конкретного приложения. Вы можете подписаться, вы можете добавить туда пользователя, вы даже можете туда зарекрутить дополнительных пользователей, которые просто свободные, предложить им поучаствовать, они могут это делать. Потом непосредственно надо обозначить, кто будет активировать переход на следующую версию, там с альфа до беты, в случае, когда оттестировалось приложение. И в идеале, самый такой, на самом деле, этот совет используется во всем мире DevOps, автоматизируй все, насколько ты можешь автоматизировать. Все возможное. Итак, Continuous Delivery. В Visual Studio Team Services это выглядит примерным образом. Вот так. У нас есть какие-то, скажем так, environment. В данном случае у нас есть три проекта. Fabricam, Fabricam Call Center и Fabricam Purchasing. В случае с Fabricam у нас есть Dev Environment, у нас QA Environment и Int Environment. Dev прошел замечательно. На QA что-то произошло или вручную зареджектили. Сказали, что нет, стоп. До Int Environment не дошло. В случае с колл-центром все окей, и в случае с перчейзингом тоже все окей. Из того, что круто, все участники процесса могут видеть, что на данный момент происходит. Это на самом деле наиболее крутая фича, которая мне здесь нравится. И самое интересное, но это я уже в процессе настройки буду показывать, по сути, релиз-менеджмент процесс это использует под ногами одни и те же билд-таски. То есть билд-агент, билд-машина, которая работает у нас непосредственно на этапе билда, она же потом и используется на этапе релиз-менеджмента. Также, понятно, мы можем настроить политики акцепта, когда акцептить этот билд, когда реджектить и так далее. И также мы можем, скажем так, настраивать триггеры на непосредственно на successful, unsuccessful build, создавать рабочие элементы, что в случае окей, у нас что-то не так, автоматически кому-то кинь задачу, что пусть разбирается. Окей. Ну, давайте, наверное, попробуем немножко, я покажу. У меня два приложения, написанные на Xamarin. Одно приложение частично спертое с продакшена, а одно приложение, которое сделано тестово для того, чтобы мы с вами сегодня поигрались с тест-клаудом. Так. Сейчас буду, наверное, подвигать. Пока Игорь двигает, у меня вот такой вопрос к аудитории. Скажите, а кто сейчас с Xamarin уже в продакшене? Есть люди? Раз, два. Ну, как бы твою историю я знаю, вашу историю мне бы интересно было послушать. А кто хочет быть с Xamarin в продакшене? Ну, отлично. То есть, как бы желающих больше. Кстати, Валя, странно, что ты не хочешь быть с Xamarin в продакшене. Не, просто
Идея, в принципе, как бы хорошая. Есть, конечно, свои плюсы и минусы. И я думаю, что как раз Игорь сейчас более подробно об этом все и расскажет. Прежде всего, смотрите, вот это я показываю первый проект. Это проектик из продакшена, который использует альфа-канал в продакшене. То есть это первый такой момент, который говорит о том, что что-то с этим приложением не то. Это приложение написано под 4 платформы. Это Universal Windows Platform под Windows 10, это Android, это iOS и непосредственно под Windows Phone 7.5 и 8 с использованием Silverlight. Мало того, смотрите, вы здесь еще параллельно видите отдельный проект с, скажем так, UI-тестированием. Если честно, Игорь, мы ничего не видим, попросим тебя просто масштаб в браузере сделать процентов хотя бы 200, потому что... О, спасибо. Ну, можно сделать и так, да, действительно. О, теперь лучше видно, спасибо. Жесть, оно работает. Так, переходим непосредственно уже в сам проект. То есть здесь у меня есть Shared проект, который использует Xamarin, чтобы шарить логику приложения. Этот проект также использует Xamarin Forms. Здесь есть отдельно проект Android. Здесь есть отдельно проект, как я уже сказал, iOS и Universal Windows Platform. Просто Windows проект и WinPhone. Но собирается в итоге только 4 проекта. Это Android, iOS, Universal Windows Platform и Windows Phone 7.5.8. Из этого. Так, второе приложение. Второе приложение на самом деле очень простое. Оно содержит в себе одну страничку. Оно даже сейчас тут запущено. Вот оно. Ну, здесь даже тест. Вот оно, это приложение. Об этом мы сейчас тоже поговорим. Здесь одна страничка с одним текстбоксом, в котором мы что-то набираем, нажимаем ОК, оно выводит ниже. Все очень просто. Так, и сворачиваем, возвращаемся к презентации. Окей, это были приложения. Теперь как бы такая вот теоретическая часть, она на самом деле закончена. Теперь мы переходим непосредственно уже чуть-чуть к хардкору. И для того, чтобы нам настроить как бы непосредственно вообще все вот эти процессы, я говорю о Continuous Integration, Continuous Delivery, Automated Testing, Release Management и Performance Monitoring, нам надо пройти какие-то некоторые шаги. Ну, прежде всего, тут на самом деле самый простой шаг — это настроить вообще подписку Visual Studio Team Services или Team Foundation сервер наш, настроить Continuous Integration for iOS и Android, потом настроить интеграцию с Test Cloud и в конечном итоге задеплоить приложение в Hockey App. Окей, у меня уже тут специально для вас было поднастроено. Вот это, кстати, билд самый интересный. Обратите внимание, 15% всего лишь что успешных. Это альфа-канал. То есть об этом я тоже буду пока... Именно что происходит на этапе билда. Здесь настроены уже все конфигурации. И как я это настраивал. Давайте, наверное, мы с вами начнем с Android. Это будет самое интересное. Здесь у меня в репозитории, ну, самые такие базовые. Мы когда создаем новый build definition, после того, как мы залили наш код в репозиторий, мы должны указать, из какого репозитория, из какой ветки и какой тип билда мы хотим получить. Здесь это все указывается. Я просто зашел показать, что он действительно из репозитория тянет. Дальше на этапе билда у нас происходит так называемый набор команд, который поочередно друг за другом выполняется. Так как все-таки Xamarin это C-Sharp проект, написанный на C-Sharp, что логично, первым шагом это будет непосредственно restore Nuget Package. Дальше у нас идет отдельная запуск build Xamarin Android Project. С этим билдстепом на самом деле все очень интересно, потому что под капотом он несет в себе и стандартный MS-билд. Но у стандартного MS-билда нет таких настроек. Прежде всего, я начну с самых базовых настроек, которые есть и в MS-билде, а потом покажу специфические. Мы ищем из всех наших проектов по маске название проекта, которое содержит в своем Droid слово. Дальше мы указываем непосредственно с использованием уже внутренних переменных, которых нам дает непосредственно Visual Studio Team Services или Team Foundation Server,
адрес, куда мы билдим, и конфигурацию. Конфигурация у меня отдельно прописана в variables, что, пожалуйста, сконфигурь, вот она, эта переменная, сконфигурь в режиме релиза. Не debug, а релиз. Возвращаемся на билдстепы. Дальше я могу указать, какой тип билда я использую. Дальше я указываю, какой тип MS билда. По сути, когда мы билдим ксамариновский проект под Android, что происходит? Ксамарин переводит C-Sharp в так называемый псевдокод. Потом он подтягивает, выкачивает все GDK, которые вы указали. И мало того, он еще и подкачивает абсолютно все библиотеки, которые были у вас прописаны в референсах. И самый такой интересный момент, что он без вашего медова может еще и подменить библиотеки с выходом новой, более стейбл версии. То есть у вас прописана непосредственно в референсах одна версия библиотеки, он может подкинуть совершенно другую. За этим надо очень сильно следить. Ну, с MS-билдом тут ничего, все стандартно остается, мы ничего не меняем. Но у нас добавляется очень интересный момент, так как это Android, чтобы сбилдить этот проект, нам нужна GDK. Каждый раз он будет скачивать GDK, так как мы приходим на билд-машину, она чистая, на ней ничего нет. Он выкачивает GDK, устанавливает его и потом только запускает билд. Да, для Android. Но Android-приложение, по сути, оно без Java Development Kit, оно не стартанет никак. Как бы. Это, в принципе, он обязателен. Потому что в идеале, тут я немножко отойду тогда больше в экскурс в сторону Ксамарина. Ксамарин билдит так называемые, в принципе, нативные приложения. Хотя они тоже очень интересно запускаются. По сути, само приложение запускается тоже в некой песочнице, на некой виртуальной машине внутри приложения. Именно поэтому, когда мы сбилдили готовое приложение одностраничное, оно будет весить где-то порядка 35 мегабайт. То есть это совсем немало, и с этим надо бороться. АПК, да. АПК-файл под Android. Но я дальше буду это показывать именно в демках. Мало того, вот здесь я тоже прошу обратить внимание, здесь есть понятие указания GDK-версии. Смотрите, в параметрах этого степа есть несколько классических вариантов. Это, понятно, самого старого GDK 6 под Android, по-моему, 2. Там какой-то там, ну, бородатый. GDK 7, GDK 8. Мало того, есть такой интересный шаг, как дефолт. И самое прикольное, что мы не знаем, что, по сути, он возьмет под дефолт. Он может вытащить вообще какой-то... Ситуация в том, что каждый раз он будет вытягивать это с серверов Google через SSL. Я это сейчас, кстати, непосредственно на истории билда покажу. Он будет вытягивать Google, и он может вам вообще подкинуть, например, то, что, в принципе, находится сейчас в каком-то альфа-бета-тестировании. И каждый раз я тут искренне рекомендую, потому что очень много мы с этим напарывались, контролировать, какую версию GDK вы используете для билда. Следующий шаг, но именно в этом билдстепе он не активен, это мы билдим непосредственно тестовые проекты, и потом в идеале должно быть тестирование. Но это я больше вам сейчас покажу на этапе, когда мы будем говорить про тест-клауд. Дальше стандартный шаг, подписываем файл, потому что все наши файлы, которые непосредственно мобильные файлы, они должны быть подписаны каким-то издателем. Для этого существует у Apple программа Apple Developer Subscription, которая стоит 100 баксов на год, из которой вы получаете два файлика, это сертификат, пароль и provisioning profile. И у Google это тоже, ну она подешевле у Google, прилично подешевле, там просто сертификат, которым вы подписываете приложение. И по сути вы прошли весь этап этого билда. Да? А. И по сути, вот последний шаг, это publish артефакт. На самом-то деле машина чистая. Вы когда приходите на эту машину, подключается билд-агент, он выкачивает все, что ему нужно для того, чтобы сбилдить ваше приложение. Он его билдит, и по сути после этого он грохает все, что есть на этой машине, билде. Так называемый есть post-cleanup job, который зачищает. Для того, чтобы как бы мы сохранили то, что мы сбилдили, нам надо куда-то убрать эти артефакты. В данном случае я ему указываю, что возьми, пожалуйста, из этого пути, куда, точнее, результат скопирую в этот путь, назови его дроп и на сервере. По сути, здесь есть два варианта. Мы можем выбрать не сервер, а какая-то удаленная файл-шара.
То есть, если мы хотим. Ну, и давайте, чтобы показать, что тут действительно работает. Я нажму ОК. Билд пошел. А я параллельно пойду и покажу разницу этого, разницу билдов уже под Universal Windows Platform. Он сейчас ищет агента, так как это хостед агент. Это будет, ну, как происходить какое-то время. По сути, как вы думаете, какая будет самая большая разница, пока я не открыл BuildStep с Universal Windows Platform? Не будет на самом деле все проще. Он будет использовать самый старый любимый MSBuild. Но, кстати, ответ не будет JDK, в принципе, тоже. Тоже катит, да. Да, тоже катит. Тоже катит. У нас, на самом деле, тут еще все проще. Опять же, тот же Nuget, Visual Studio Build. И записываем символы и сохраняем на какую-то локацию. Да, это тоже правильно. Но мне же, я ждал же, чтобы людям показать. Ну, и как бы по параметрам здесь еще добавляется непосредственно под какой тип платформы. Потому что так как Universal Windows Platform умеет работать и на Raspberry Pi, как бы, то есть у нас добавился тут ARM, ну и стандартный x86, x64. Да. Ну, как бы. С размерами сейчас тоже поговорим. Там происходит в данный момент этап билда. Я сейчас открою какой-нибудь. Вот он идет. Давайте посмотрим Definition Summary. И пройдемся по тому, как он билдил на более старых. Вот, которые запущены. Он мне сейчас подтянет абсолютно всю статистику, как этот билд происходил. Он прошел за 4, практически 5 минут, по сути. Почему так долго? Потому что это бесплатный билд-агент, который предоставляется Microsoft. По сути, это какая-то шарит виртуальная машина, которая где-то лежит, и помимо вас, ей, ну, это шарит ресурсами, ими пользуются еще абсолютно все. И таких, как мы, любители на халяву что-то побилдить, я думаю, там хватает. Достаточно долго это все происходит, потому что это все очень слабенькое. Ну вот, первый идет, понятно, шаг инициализации агента. До этого он его сначала ищет из большого подмножества, так как их достаточно много. Дальше он выкачивает на этот агент все ваши исходники. Ну, понятно, тут, так как репозиторий гитовский, тут под капотом это гит-команды. То есть потом он идет, ресторит пэкэджи. На самом деле все примерно так же, как у вас это происходит в Visual Studio. И самый такой интересный для нас, он практически 3 минуты этот таск длился, это непосредственно сам билд. И вот в билде, я сейчас тут пройдусь, вот я хочу, чтобы вы обратили внимание, то есть это сейчас он просто подкопирует файлы. Смотрите, то, что я говорил, он выкачивает из Android репозиториев и JDK в том числе. Да. Сейчас, секунду, микрофончик дойдет. Сейчас. Да, был вопрос, есть ли вариант это закэшировать? Нет, этого варианта нету, потому что, в принципе, идея в чем? Вы можете это закэшировать, если у вас on-premise агент. На нем может быть все установлено, он не будет это выкачивать. Но так как в данном случае это хостед агент, который предоставляется, вы приходите, он полностью чистый. В случае с агентом on-premise мы можем уже в наглую все установить на этот on-premise агент. Он по-другому, кстати, и не заведется, если у вас там не будет ничего установлено. Он сам не будет знать, откуда что скачать. Да. Так, я этот вопрос сейчас задам. Можно ли скачать с другой файловой шары, например, собственной? Потому что у нас девелоперы чекинят каждые 5 минут. Крутые девелоперы. По сути, да. Но надо этот таск немножечко подправить ручками. Тут, смотрите, сами таски для Visual Studio Team Services, они пишутся, есть три варианта написания. Это JavaScript, PowerShell и C#. То есть можно скачать эти все таски, они доступны в исходном коде. Это все кроссплатформенное на GitHub хостится. Можно скачать и этот таск немножко пересобрать под себя. И сказать ему, откуда что качать. Но опять же, это лишние телодвижения. Ну да, причем как бы опять же, то есть если добавлю со своей колокольни немножко, если вы это сделаете, то вроде как все хорошо, но потом на вас ложится задача и апдейтить этот таск дальше.
Да, то есть, грубо говоря, когда появится новая версия в публичном репозитории, надо будет вмерджить ее как бы в свою версию и так дальше, и так дальше. То есть, технически модифицировать поведение этих тасков можно, да, потому что они находятся все на GitHub. Точно так же можно пилить сюда свои таски и добавлять их сюда. Вот, но это в какой-то момент может внести даже больше разброда и шатания, чем, собственно, использование своих тасков. На самом деле, ну, вот тут... стандартных тасков. Сейчас я тут приведу такой классический пример. У меня была ситуация, это было, сейчас скажу, перед Global Azure Bootcamp. Я ехал в Кёльн выступать тоже с DevOps'ом, но мы в офисе Microsoft была Swift Development Conference. И мы делали Continuous Deployment и Continuous Integration Swift под .NET. И ситуация в том, что в ночь перед презентацией Microsoft меняет пути глобальных переменных. И мы где-то в течение 4 часов не могли понять, а что же произошло, почему у нас все красное. Microsoft на самом деле часто меняет перед презентациями, особенно моими и твоими. Как бы. Они, наверное, где-то календарик смотрят, как мы выступаем. И в ночь выкатывают апдейт. Да, и это такой классический пример, что вы приходите на презентацию. Вообще очень, кстати, удивлен, что сейчас пока что все работает. Да, пока. Ну, он продолжает выкачивать. Тут, на самом деле, очень много пэкэджей. Он их выкачивает в зипе. Потом следующий шаг он их, ну, понятно же, дело извлекает. Тут понеслась. Посмотрите на количество файлов, которые он извлекает. 3784. Тут, опять же, это классический холивар из-за того, что build again это shared ресурс. Как бы в случае, когда мы билдим на своей машине, на собственном on-premise агенте, тут все очень просто. Мы все установили один раз, эти таски, это все будет подтягиваться из того, что мы установили. По сути, вот я вам расскажу, вот, как выглядела билд-машина у меня на предприятии. Это была виртуалка на Windows Server, по-моему, в 2012. На ней была установлена полноценная версия Visual Studio. Все апдейты Xamarin'а, еще сверху на нее был накатан вот этот кроссплатформенный билд-агент, который стартовал как Engine as a Service, как сервис в операционной системе. И да, действительно, там эти билды проходили там не за 6 минут, там максимум минута, оно там стартовало и достаточно быстро выдавало результат. Да, просто вот основная идея в том, что вот этот бесплатный билд-агент, который есть здесь, он не выделен только под вас. То есть, грубо говоря, вот как Игорь уже рассказывал, есть какой-то пул там из 100-500 виртуалок, и когда вы запрашиваете очередной билд-агент, он вам дает, скажем так, менее нагруженный из этого пула. Но даже если вы запускаете один и тот же билд 10 раз подряд, у вас нет гарантии, что физически эти 10 билдов, запущенные подряд, выполнятся на одной и той же машине. Вопрос. Нет, нет, никаких локальных хэш-серверов ничего нету. Почему? Потому что тебе создается под конкретный билд конкретная рабочая директория, там этот билд проходит, после этого рабочая директория очищается. Я понимаю, я вижу, что кэширующий сервер не рядом с этим сервером, он глобально на... Идея хорошая, поставить кэширующий сервер, который будет, да, там как какой-то а-ля реверс прокси, смотреть трафик, что-то где-то как-то кэшировать. Но, в принципе, я могу дать 100-500 причин, почему это стоит сделать, и еще 100-500, почему не стоит сделать. Я боюсь просто, что мы упремся в холивар Java или C-Sharp, лыжник или сноубордист и так дальше. Ну, в принципе, я решал такую проблему, у меня тоже билды занимали много времени. Я просто установил себе клиент на свою рабочую машину. Ну, то есть билд-агента. Но по сути это то, что я рассказывал, как мы с этим боролись. Мы просто развернули отдельную виртуальную машину, на которой была абсолютно точная копия, по сути, нашей девелоперской, просто на стероидах. И можно было посмотреть просто разницу во времени. То есть разница во времени... А мы сейчас разницу во времени с вами увидим. Мы сейчас разницу во времени с вами увидим. Это уже следующая как раз демка будет. Да? А можно еще вопрос? Все-таки не всем понятно, зачем нужно именно JDK. Почему недостаточно просто виртуальные машины плюс соответствующие джары? Почему? Ну, потому JDK? Что идея в том, что он компилирует код под Java. И вот эта машина, она создается на Java, по сути. Потому и требуется JDK.
Это ж Android, как бы. Мы же когда разрабатываем под классический Android, то есть у нас установлена или Android Studio, или Eclipse для тех, кто любит себя полюбить, и так далее. Ну, просто люди, ну, я думаю, все вы видели, как в Eclipse это приятно делать. Да. Я прошу прощения. Да, тут я виноват. Так, и последнее, что в этой демке очень интересно, смотрите. И это актуально, и это видно только на Windows Build Agent. Эту информацию конкретно по варнингам и по эрорам нормально выдает только Windows-овский Build Agent. Когда мы билдим даже core-приложение тоже, например, которое написано на C-Sharp, мы его билдим на кроссплатформенном билд-агенте, например, развернутом на Linux, оно не стартанет. Ну, оно стартанет, оно билд даст, пройдет, но статистику по билду, а что же конкретно мы получили, чаще всего your build was failed with code number one. Это вот классический такой эрор. И потом играемся ручками и проверяем. Так. Я прошу прощения. Ну, давайте посмотрим. Наш билд уже должен был закончиться. Посмотрим непосредственно, сейчас узнаем. Build succeeded. То есть вот он виден. То есть я вам не наврал, оно действительно билдится. Смотрите, еще очень важная информация, которую я хочу сразу же показать. Так как я копировал непосредственно артефакты, то есть содержание билда, мы сейчас с вами можем посмотреть, что там лежит. Как вы думаете, что там лежит, что-то вообще лежит? Давайте так, я скажу, что там, да, там лежит АПК, но почему там лежит не только АПК? Есть идеи? Не только. Да, абсолютно верно. Здесь лежат непосредственно, помимо, так, запускаем. Непосредственно помимо АПК файла, сейчас я прикручу, вот он есть. АПК-файл. Здесь лежат вот эти первые DLL-ки, что потом мы могли, если вдруг нам пригодится, могли еще с ними отдельно поиграться и из них вытянуть информацию. Это на самом деле очень важно. Ну и понятно, как бы завершающим этапом как бы вот этого всего, вот он, этот PostJob CleanUp, который по сути просто грохает все, что тут было. Как бы. Все. Так, теперь возвращаемся в презентацию. Окей, это все хорошо работает непосредственно для... шикарно все работает непосредственно для Android, для Universal Windows Platform. С iOS билдом мы утыкаемся в реальную проблему, связанную с наличием Mac. Потому что господа из Купертино не сильно захотели, чтобы по другие платформы мы могли билдить их приложение. Тут есть два решения. Это или мы используем свой собственный Mac, что по сути бесплатно для нас, но кроме стоимости покупки Mac, как бы, это тоже надо учитывать. Или мы арендуем уже готовый Mac в облаке. Есть такой замечательный сервис, называется он Mac in Cloud. Мы можем там арендовать виртуалку с Mac установленным и коннектиться к ней по RDP. Что меня на самом деле, я был очень удивлен прям. По RDP, да. Вот так. Я не знаю. Это как бы их. Но по сути ты коннектишься по RDP к этой машине. Тебе выдается IP-адрес, ты, и ты шуруешь. Ну, RDP это всего лишь там протокол. У них стоит своя какая-то обвязка, непосредственно которая как бы каким-то образом мапит этот протокол и выдает вам картинку с Mac'а. То есть, как они это реализовали, вы же поймите, это частная компания, исходный код я этого не видел. Тайм идет преобразователь команд, более чем уверен. Хотя я видел в Украине примеры, когда люди брали КВМ гипервизор, на него ставили Hackintosh, и все замечательно работало. Но это не true решение. Нам не подходит. Что... Окей,
В беспарке ты не сможешь развернуть Hackintosh, к сожалению. Объясню почему. Потому что Hyper-V не умеет эмулировать маковские устройства. Не, ну это уже как бы... Это уже такой сценарий, а давайте полюбимся, и займемся непосредственно издевательством над собой, над машинами. Там, кстати, я не уверен даже, кто-то пытался ставить на Azure виртуалку VirtualBox, он вообще там стартует? Стартует, но очень коряво. Потому что у меня есть шанс, что он там даже, может, не до конца стартанет, именно из-за того, что нету нормальной эмуляции вот этих вот виртуальных команд. Появилась 2016 серверная винда, она вышла в релиз. Что она нам дала? Прежде всего, самое такое, что нам интересно, по сути, у меня тут параллельно я буду показывать сейчас вам код, запущенный на реально 2016 серверной винде, это поддержка вложенной виртуализации. Там VirtualBox заработает хорошо. Но опять же, он будет работать на Hyper-V. То есть это большая проблема. Hyper-V не умеет эмулировать, скажем так, не Mac и ничего в ту степень. Вопрос к разработчикам Microsoft. Так, ну, мы немножко отошли от темы, возвращаемся к Mac and Cloud. Помимо того, что мы можем просто взять и арендовать Mac непосредственно для нашей разработки, цены стартуют там от $25 за Shared решение, то есть на Shared ресурсов. Мы можем арендовать непосредственно билд-агент, который уже за вас был настроен, предустановлен, и мы к нему можем подцепить непосредственно два важных файлика, но об этом мы сейчас поговорим. Цена его на самом-то деле не $30, а $29. Почему здесь 30 написано? Потому что умные менеджеры из Mac and Cloud сделали, что первые два дня они стоят $2, это типа триал. По сути, в общей сумме это выходит $31. Я взял какое-то среднее, чтобы вам показать. Но опять же, как бы удаленный Mac также доступен. В случае, как я видел это, вот как делалось в Украине. Покупался Mac Mini, он где-то стоял где-то в стороне, и народ непосредственно на нем билдился. И все шикарно работало. Так и есть. Ну, для этой презентации мы воспользуемся Mac and Cloud. Смотрите, я специально, чтобы не заходить на саму подписку Mac and Cloud, сделал несколько скриншотов. Вот он, мой билд-агент. Мало того, вот токен, который я получил в Visual Studio Team Services. Смотрите, когда мы хотим добавить непосредственно новый билд-агент, мы должны прежде всего создать ключ доступа на нашей подписке, то есть сгенерировать, у которого будут какие-то определенные права там, для чтения, записи и так далее. И потом мы еще должны непосредственно его примапить к какому-то пулу наших агентов. Смотрите, пулы, они шарятся между проектами. То есть их можно шарить между проектами по подписке Visual Studio Team Services. Об этом тоже я покажу. Смотрите, название агента. Сервер, наш сервер и ключ доступа, через который он будет общаться и показывать, что вот он я доступен, можете мной воспользоваться. Следующим шагом нам надо загрузить сертификат. Смотрите, какой еще тоже интересный прикол. Apple-овский сертификат мы должны непосредственно загружать два раза, как и Provisioning Profile, на билд-агент, потому что мы должны залицензировать билд-агент, что это нужный чувак, как бы билдит, и непосредственно во время билда он тоже будет его верифицировать. Ну, вот такой прикол. И загружаем Provisioning Profile. Ну, давайте, смотрите, как бы я возвращаюсь на свою подписку. На весь экран сейчас развернем. У меня тут... Нет, проще. О, он уже сразу же развернулся. У меня тут, понятно, этот дефолтный оставляем. Вот это Hosted Build Agent, которым мы пользовались, и обратите внимание, вот они, последние наши билды, то есть они существуют, они работали, как бы и так далее. И у меня есть еще непосредственно Mac and Cloud агент, на котором были сбилдены, то есть вот видите, статус, он доступен. Как бы вот все наши непосредственно билды, которые происходили под платформу iOS, они здесь как бы билдились. Мало того, тут, кстати, очень много даже красных билдов. Но по сути, потому что он шарит между проектами, тут не только вот эти проекты билдились, которые на этой, именно в этом... в этой подписке, под проекте, скажем так. Давайте рассмотрим непосредственно теперь сам именно этап билда под Mac. Как вы думаете, что на нем происходит? Ну, а какие шаги?
Не, ну как обычно, как бы, Игорь, рестор пакетов, сборка, подпись и наружу. Я угадал? Еще проще. Рестора пакетов нет. Сходу. Он их ресторит уже в своем этом таске. Это уже прописано там. Это из такой приятной части. По сути, это немножко модифицированный таск, который есть в Visual Studio Team Services, который называется Xcode. Что здесь? Он непосредственно уже умеет ресторить, он непосредственно уже подписывает. Да, кстати, вот тоже такой приятный пароль, я вам не покажу. Это секретный build variable. Могу, вот тут смотрите, есть такая классная штука. Ну, мне эта фича прям очень заходит. Нет, ну как это? Но на самом деле, если Игорь сейчас вот нажмет на замочек, то все тайное станет явным. Нет. Оно будет пустым. Это вышло с последним апдейтом Visual Studio Team Services. Да. Это правильно, потому что раньше их, правда, это была печаль, когда ты нажимал на замочек, у тебя снова появилась надпись Clear Text, и это было супер секьюрно. Мало того, сейчас вот что мне на самом деле так. Нет, отстань от меня, давайте свалим отсюда куда-нибудь. Нет, я просто в наглую перейду вот так. Leave. Ну, конечно, чтобы он не сохранил. Мы же хотим что-то попробовать с вами сбилдить и показать. То есть, чтобы я вам показал хотя бы разницу. Так, возвращаемся непосредственно на сам билд. Спасибо! Непосредственно указываем, какое решение мы билдим. Смотрите, там я вам рассказывал и показывал, какие решения мы должны билдить и каким образом. Мы искали по маске Droid Project. Здесь я просто в наглую открыл и показал, что взять из репозитория. Это просто, на самом деле, это не очень, скажем так, правильно. В идеале у нас же может быть несколько параллельных проектов в одном солюшене. Мы должны искать по маске, он должен билдить по маске, но это просто вот второй вариант, который существует, в принципе, чтобы показать, что оно есть. Смотрите, также есть у этого таска два понятия. Это сбилдить для симулятора, потому что для симулятора он создает еще дополнительные файлы. Это так называемый debug mode, который есть непосредственно в классических C-Sharp решениях. Или и создать app-package, который мы уже там с файликами EFA, который мы потом можем уже копировать и деплоить дальше. Ну и в принципе та же самая информация, control options, здесь этот и дальше Xamarin Test Cloud, он не активен. И мы сохраняем. Ну, давайте я запущу его сразу же. А, да. Я только что попытался запустить его на хост в BuildAgent. Он мне сказал, что, к сожалению, чувак, я не могу не запустить. Даже если я нажму ОК, он продолжит. У нас он даже не зайдет. Вот это пришло тоже с последним из-за апдейта Visual Studio Team Services. Раньше как? Мы могли даже, он нашел бы билд-агент, он зашел бы на билд-агент, он бы попробовал это дело сбилдить, он вывалил вот такой бы ворох ошибок и сказал, чувак, сори. Сейчас он даже не зайдет в билд-агент. Да. Я нажимаю cancel, говорю ему, что прогуляйся вот сюда. Ну, и билд пошел. Ну, он будет сейчас пока идти, мы вернемся в презентацию. Ну, он, по сути, он пройдет там чуть ли не за минутку. Да. И тоже DLL-ки, по сути. Они там тоже будут. Потому что мы же говорим про Xamarin все-таки. Так. Чем? Та-дам-та-дам. Ага. Отлично. Ну, следующим шагом, так как мы получили билд, нам этот билд нужно проверифицировать. Чтобы сказать, что этот билд окей, и что мы можем как бы его хотя бы дальше деплоить. В классическом там вебе, но по сути это и касается мобильных приложений тоже, мы запускаем юнит-тестирование уже на этом этапе. В случае с мобильным я тут можно, конечно, имплементировать и классическое юнит-тестирование, но я вам захотел немножко поизвращаться и показать вам непосредственно тестирование на реальных девайсах. Есть такой замечательный сервис, который я очень надеюсь, что он в скором времени станет частью Windows Azure, который называется Xamarin Test Cloud. Да. Может, ты еще хочешь, чтобы тебе его бесплатно полностью отдали, как Xamarin? Да.
Я тоже этого хочу. Но по сути, я вам по секрету даже скажу. что он не просто, он уже, в принципе, в каком-то плане бесплатный. Можно на месяц получить реальный аккаунт и сбилдить на 3 устройствах. То есть не более 3 устройств, сколько угодно. То есть, ну там не сколько, там, по-моему, несколько часов дано, как бы, для тестирования. Я точно сейчас не буду сказать, но на самом деле тут чертовая куча устройств, реальных устройств. То есть это важно понимать, что это не эмулированные устройства. Это реальные устройства, которые интегрированы с платформой. Смотрите, интеграция с платформой максимальная. Мы можем эмулировать, то есть нажатие, ввод текста. Ну, об этом сейчас тоже более подробно говорим. По сути, это UI-тест 1.0. Но для вас это может ничего не говорить, но слово NUnit, я надеюсь, вам что-то говорит. Это fork NUnit, немножечко переделанный, под именно адаптированный под визуальные тесты с использованием внутренних каких-то директив. И есть такая еще прикольная штука, она еще до сих пор в бете, это тест-рекодер, но это совсем не true решение. То есть, по сути, что происходит? Запускается ваше приложение, запускается еще такая штука, которая запоминает все, что вы там сделали, и за вас пишет код. Ну, а мне, например, такая штука нравится. Я похожий подход использовал, когда писал UI-тесты под веб. Когда я сначала использовал Selenium IDE для того, чтобы записать макрос, потом транслировал его в NUnit-овый тест, и потом просто немножко напильником подпилил, но это все равно получалось быстрее, чем писать изначально на NUnit под веб-драйвер. Абсолютно согласен, но, к сожалению, тут я буду добавлять свои моменты. Почему мы отказались от тест-рекордера? Потому что он на данный момент в бете. Он действительно, к сожалению, немножко глючный. Но тут это правда. То есть это бета-технология, то есть нет стейбл-релиза. И сам... Да. Я верну это обратно тебе. Назови мне что-то, что не глючное. Давай, попробуй, удиви меня. Что-то, что не глючное? Нет. ASP MVC 4.5. Нет. Нет, там есть глюки, но не в таком количестве. Ну, окей, ладно, проехали. Да. То есть мы от этого отказались, потому что мы получали результаты, которые, скажем так, тест неделю жил, он работал, а потом он просто фейлился, непонятно почему. То есть ручками тесты написаны, они прорабатывали лучше. Ой, блин. Так. Да. Да. Слайд с рекламой. Ну, по сути, давайте так. Я буду сейчас пытаться по памяти реально вспомнить, что есть на этом слайде, что умеет эмулировать он. Так, touch, force touch, pitch, swipe, подброс GPS-координат, rotation. Да вроде как бы все. Ну, короче, все жесты, которые руками можно... жесты какие-то, то есть мы можем нарисовать что-то, не вопрос. Он тоже может эмулировать это, да. И да, и нет. Объясню, почему и да, и нет. В альфа-канале они объявили об этом, но я это не тестировал. Я не могу сказать, то есть, как оно реально работает. Идем. Чтобы начать пользоваться Xamarin Test Cloud, нам, на самом деле, надо просто завести логично подписку Xamarin Test Cloud. Дальше он нам предлагает, окей, что я хочу оттестировать? Я хочу оттестировать Android-приложение или я хочу оттестировать iOS-приложение? Дальше вам непосредственно в коде самого теста буду показывать, что мы можем сами тесты разделять непосредственно под платформы с использованием директив. Или мы можем запускать одни и те же тесты для обеих платформ. Потому что пишется, по сути, интеграция с платформой, она одинаковая. Но мы должны отдельно прорабатывать, если мы тестируем на iOS-девайсах, или отдельно, если мы тестируем на Android-девайсах. Смешивать мы их не можем. То есть это важный момент. Следующим шагом, после того, как я выбрал, ну в данном случае я выбрал Android-девайс, он мне выкидывает там список, на самом деле это вторая страница, их еще больше сейчас, этот список постоянно расширяется, там есть даже какие-то китайские нонеймы, то есть на которых тоже действительно можно тестировать, это реальное устройство. То есть единственное, что проблема в том, что некоторые редкие устройства, к ним может быть достаточно длительная очередь на тест. Как бы для популярных девайсов это достаточно просто. Из аналогов существует так называемый Perfecto Mobile, но он стоит каких-то, как для меня, ну, на мое мнение, действительно дорого. Как бы и триала там даже нету. Потом, вот самая такая фича, которая прежде всего зашла мне, это мы можем точно так же, как делать фичи бренчинг непосредственно нашего кода, мы можем делать фичи бренчинг наших тестов.
и делать под разные environment, запускать разное количество тестов. Идея в чем? Смотрите. В идеале тестирование надо проходить непосредственно на каждом, на каждом нашем environment, когда мы перенесли. Будь то dev, будь то QA, будь то и так далее. Но здесь вот, сейчас я знаю, что Антон будет меня ругать. Но у нас это зашло в том плане, что мы на dev и QA environment мы проводили тестирование полное, гнали все тесты. А на, скажем так, на других environment мы гнали упрощенку. То есть уже, то есть предполагалось, что уже он оттестировавшийся там, оно пойдет дальше, и эти тесты, они тоже точно так же проработают уже на другом environment. То есть под другие системы. То есть я здесь имею в виду альфа или бета, или гамма релиз. То есть таким вот образом. И мы можем выбрать непосредственно язык системы, то есть на который мы будем тестировать. То есть там же в случае с Android это может быть 50 различных вариантов, в случае с iOS 37. А после вот этих всех манипуляций мы получаем такую заветную команду. Ну, я немножко, конечно, полю сейчас свои логины. Можете попробовать, я не знаю, она еще жива или нет, но идея в чем. Из этой всей штуки нам надо запомнить только вот это нам очень важно, потому что мы это дальше потом будем использовать в Visual Studio Team Services. И хэш-сумму всех наших девайсов, которые мы наклацали. То есть он хэширует каким-то своим общим образом и выдает стринг, что это именно вот эти девайсы, которые вы наклацали. И, он, ну, опять же, понятно, какая ветка, какая локаль, какой пользователь и так далее. Тесты мы можем запустить непосредственно ручками, даже из того же PowerShell'а. Спокойно. Из Visual Studio мы можем запустить тесты. Мы можем запустить тесты непосредственно из OS X командой. Или мы можем запустить тесты, даже написанные на Ruby. Но честно, вот это как раз я вообще не тестил. Из таких классных фич, которые там тоже есть, мы можем разбиваться на команды. И работать с командами. Ну, давайте попробуем что-то. Я перехожу на Test Cloud. Это вот, кстати, команда. Я специально для вас подбирал команды. Сейчас мы о ним тоже поговорим. Смотрите. У меня есть здесь три приложения. Одно iOS-евское, одно Android-овское. Ну, больше примеров я буду рассказывать под Android, потому что там они интереснее. У меня есть специально, я сделал несколько примеров, где тесты были сфейлены. Смотрите. Это кусочек моего продакшена. Приложение Impro. Вы уже видели. Смотрите, у нас в одном случае один из двух тестов сфайлился, второй раз я запускал один тест, он один из сфайлился. И по сути, почему он был сфайлился? Потому что в том тесте я запускал утилиту REPL. Это утилита, которая, ну сейчас мы с ней попробуем даже что-то поиграться, которая умеет сканить ваш интерфейс и раскладывать его на составляющие, что очень важно. Смотрите, из того, что мне вот вообще зашло, мы получаем размер нашего пакеджа. То есть APK-файл весил практически 50 мегабайт этого приложения. В этом приложении у нас есть страничка логинки, у нас есть страничка, на которой вытягивается информация с API, и у нас есть непосредственно работа с картами. То есть и мы уже получили вот такой сайз. Тут есть прикол по линковке, об этом тоже мы сейчас поговорим. И он показывает информацию, какую вообще, сколько он использовал именно в пике памяти. Давайте перейдем непосредственно на сам тест. Видеозаписи теста нет, говорю сразу же. Если мы хотим записать состояние теста, мы делаем скриншот. Об этом тоже сейчас буду показывать. Смотрите, он показывал, сколько времени прошло реально на девайсе, сколько общее время запуска теста, какие девайсы, какие операционные системы и вся та же информация. Я использовал здесь HTC LG. И вот у меня здесь был первый шаг. Вот он мне запустил приложение, я сделал скриншот. И дальше тест не пошел, потому что там была запущена команда REPL. Этой команды у него нет, он сказал, все, я сфайлился, я завершился. В случае, например, у меня есть второй проект здесь же. Вот это тестовый. Тут всего лишь один тест, мы вводим текст непосредственно. Ну, он прошло 3 минуты. Смотрите. У нас есть три скриншота до ввода текста, вот это то приложение, которое я вам показывал. После ввода текста, то есть, смотрите, текст появился непосредственно у нас, и, как видите, запустилась базовая клавиатура, как будто вы реально бы это делали на вашем девайсе.
то самое крутое. А после нажатия кнопочки он вывел эту информацию Hello from Xamarin.Test Cloud уже на эту же форму. То есть это все реально. Как эти тесты я писал? Сейчас покажу. А вот теперь будет извращение. TeamViewer внутри RDP на сервере. Смотрите. Игорь, извини, пожалуйста, у меня к тебе просьба, во-первых, сделать больше масштаб, во-вторых, переключиться на белую тему, потому что на проекторе белая тема видна намного лучше, чем черная тема. Угу. Ну да, просто иначе будет очень тяжело следить за тобой, поэтому... Да, да, но да. Но шрифт я больше сделал, шрифт... а сейчас он будет переключаться, наверное, очень долго. Нет, он быстро переключается. Windows. Это в тулах, да, я же тоже. Tools, Parameters, Options, точнее. Color Theme, Light. Light, да. Я просто на самом деле честно привык работать в темной теме. Все привыкли работать в темной теме, но на проекторе лучше видна, к сожалению, белая тема. Ну и сейчас у нас есть пару секунд, пока... О! О! Да. Лучше? Так, обращаю внимание, смотрите, у меня есть отдельный вот он тестовый проект, который это именно Xamarin Test Project, который использует тот же NUnit. Ну, по сути, вот видите, это UETest так называемый, но это fork NUnit. И здесь очень интересно, а что делает коммит моей мамы? Окей. Этот коммит сделала моя мама просто. Да, я сам только что просто был очень удивлен. Да-да-да. Это было интересно для меня самого. Смотрите, мы указываем сразу же, какие платформы мы будем использовать. Это просто директивы, которые указали, и дальше от этих директив мы можем крититься, какие платформы мы используем. Первое. Мы передаем вообще непосредственно саму платформу и приложение. Это вот две вещи, которые мы можем свободно манипулировать. И дальше у меня здесь просто одна страничка есть непосредственно на этом приложении. Я еще создал именно экземпляр этой странички, чтобы я мог манипулировать непосредственно теми событиями и теми данными, которые элементами интерфейса, которые у меня есть на этой страничке. Дальше я указываю, что, пожалуйста, передай платформу, и до каждого теста стартани, пожалуйста, непосредственно нашу платформу под какой тест, и в ней создай экземпляр класса именно с главной страницы, чтобы мы могли воспользоваться. Идем ниже. Вот она, эта любимая утилита моя, REPL. Мы сейчас с вами с ней давайте прям поиграемся. Тест. И вот те тесты, кстати, фейлились, потому что я, ну, как бы, я игнор ставлю, чтобы именно этот тест не проходил. Я просто забыл его добавить, и на том примере... Ну, сейчас пройдет какое-то время, я сейчас буду рассказывать, какой тут у меня тест. Все на самом деле очень просто. Смотрите, у меня есть после нажатия на кнопку, так, пусть он там рожает сам по себе. После нажатия на кнопку у меня есть какой-то, ну, какая-то переменная с ожидаемым результатом. Я ему говорю, что первое, ты пропусти дальше, если реально видна главная страница стартующая. Дальше я ему говорю, пожалуйста, сделай скриншот и сохрани его в базу. Это тот скриншот, который мы видели только что на портале. И дальше я ему говорю, что, пожалуйста, в текстовое поле введи текст. И сделай скриншот после ввода текста. Потом нажми, проэмулируй нажатие кнопки. Опять же, сделай скриншот. Кстати, вот она, эта замечательная утилитка. Практически стартанула. У меня отдельная команда прописана. Сейчас покажу. Ну, как бы мы идем сейчас. У меня есть Application Tab. Конечно, конечно, конечно. Но я сделал красивую обвертку, чтобы как бы, чтобы с этим играться. Кстати, я эту тему рассказываю уже, наверное, она была на Azure Day Польше. Она была еще в Днепропетровске. И только первая аудитория, кто попросили мне показать, а зайти внутрь. Set message, да, эмулировать это... Это моя собственная. Здесь, смотрите, мы сейчас про вот эти команды, мы сейчас тоже поговорим, почему я запустил утилиту REPL.
она умеет сканить интерфейс. Смотрите, она уже стартанула. И давайте вот самую такую базовую команду пропишем. Ну, здесь, я не знаю, будет ли вам хорошо видно. Есть такая базовая команда. Она сканит наш интерфейс и говорит, что у меня на интерфейсе есть такие... Прежде всего, у меня есть какие-то объекты. У меня есть какой-то layout. У меня есть фрейм. Потом у меня есть непосредственно наш main page. И в этом main page мы содержим тексты, кнопку, text view. В принципе, все. И дальше, это все контейнеры, и дальше все это как-то собирается. Смотрите, чтобы оттестировать и получить ID элемента, нам надо непосредственно просканировать и показать и найти конкретный элемент на странице. Для этого что нам нужно сделать? Угу. Просто чтобы сейчас не писать долго. Оп. Только, да. Я нажимаю Enter. Он мне сейчас найдет непосредственно все edit-тексты, которые у меня есть на странице. И самое главное, что он мне сразу же говорит координаты. То есть вы же поймите, что это все как бы относительная система координат. И чтобы проэмулировать, например, тот же, например, какой-то свайп, мы должны знать и должны указать, по какой координате x и y он должен произойти. И он мне дает текущую информацию, какой там текст, какой класс. И потом по этому классу мы можем непосредственно обратиться и ввести какой-то текст. Да, координаты могут меняться, но... как есть на данный момент, это есть вот в таком виде. То есть, смотрите, он каждый раз непосредственно пересчитывает координаты в своей системе. Это можно сказать, относительные, но они каждый раз пересчитываются непосредственно от того девайса, где мы стартанули. Да, ты же его стартуешь так или иначе, либо на эмуляторе, либо еще где-то, и там у тебя то расширение, которое есть, то и есть. Но есть такой замечательный прикол, что мы можем, например, проэмулировать. То есть мы можем сразу же найти все, например, месседж-боксы и батоны, например, и получить эти координаты и сказать, что, пожалуйста, в этих координатах, на самом деле, я сейчас хотел, вот тут что-то подтормаживает эмулятор, то есть мы не видим картинку, приложение сейчас в данный момент запущенное. Я хотел дальше ввести текст, чтобы вы увидели, что оно действительно выведется, но я не знаю, что это с ним. Вот это Windows Server 2016. Идея в том, что вы можете получить эти координаты и сказать, что, пожалуйста, в координатах именно этого элемента сделай мне эмулятор. Вы в любом случае привязываетесь к какому-то конкретному элементу. Но, опять же, здесь есть один но. Кто слышал про такую технологию, как Xamarin Forms? Для тех, кто не слышал, это такая прикольная штука, которая позволяет писать единый shared код для всего интерфейса в проекте. То есть мы можем не опускаться и отдельно прописывать UI для каждой платформы, мы можем сделать единый его на всех. Это очень упрощенно, максимально упрощенно. Но с Xamarin Forms есть другой прикол, который надо понимать, когда мы пишем тесты. Xamarin Forms как попало это все компилирует. Он не дает ID-шники нормальным элементам. И даже если мы в XAML, когда пишем на Xamarin Test Forms, указываем наглую ID-шник, он в любом случае его потом что-то с ним сделает, или в итоге мы получим null, то есть непосредственно в репле, когда мы выводим информацию по элементу, или мы получим вот такое какое-то четырехэтажное непонятное значение, так как он перекомпилирует под каждую платформу, да. Я пытался, именно Xamarin Test Forms это не подтягивает. Это ограничение именно Test Forms, оно вот такое есть, к сожалению, им надо сейчас воспользоваться as it и понимать. Да. Единственное, смотри, по поводу Xamarin еще Test Forms. Как мы боролись с этим? Есть пример. Я не могу сказать, что это правильное решение. Я перебирал пошагово все элементы на странице первым тестом. И потом собирал информацию. И методом тыка я понимал, то есть мы сначала играемся долго в репле, пробуем всякие команды, то есть там, когда мы пишем тесты, мы в этой обвертке мы там проводим несколько дней, пишем все тесты, а потом мы это уже переводим на нашу систему.
Ну, теперь, чтобы вернуться, что ну, действительно как бы так происходит. У меня есть... А, что я ушел отсюда? Не знаю. У меня есть непосредственно пример, где я запускаю эти тесты. Вот, кстати, в данный момент давайте мы посмотрим, мы же там когда-то запускали iOS build. Так. 21 минуту назад. Давайте посмотрим. Та-дам! То есть build succeeded, все прошло. И вот, кстати, вот что мне очень нравится, вот это я покажу, но такая милота, это именно у кроссплатформенного агента. Каждый раз, когда он стартует, я не знаю, будет тут видно сейчас в общих логах, но когда мы запускаем, это становится видно, нет, он не дает. Там такая красивая, он в командной строке рисует логотип Visual Studio. Ну, в логах как бы нет, но это именно вот такой приятный. Смотрите, тут все происходило, то есть... Что? Нет, я же что говорю, он рисует, но особенно это приятно на этом как-то, непосредственно на кроссплатформенном, который запускается на другой платформе. Смотрите, сами команды, то есть, по сути, первая часть команд, она точно такая же, как происходила, как Android, только он не выкачивал SDK-шки. Они уже готовы, потому что это используется агент. И дальше то, что я вам говорил, он просто дает общую информацию, что build succeeded, 0 warnings, 0 error. Ну, так как это нормальный clear build, оттестами. В случае, если была ошибка, здесь было просто написано build failed with error там, номер один. Этот error, это непосредственно ошибка, она такая базовая. И тут на этом моменте я, наверное, предлагаю сделать небольшой перерыв. Или идем дальше. У тебя еще много контента? Ну, еще минут на 20-30 будет. Ну, 20 минут могли бы и подождать, а потом пойти на перерыв. Хорошо, не вопрос. Давай дальше. Идем дальше. Тогда переходим непосредственно к примеру билда, где у нас интегрирован уже Test Cloud. Вот он. Единственное, честно, я его сейчас... Он действительно работает, я сейчас вам покажу историю, но запускать я его не буду, потому что у меня закончился триал. Как бы тут все происходило все происходило точно так же, как в том тест-проекте, который я вам уже показывал. Единственное, здесь добавляется, что я отдельно строю тестовое решение. Указываю, что, пожалуйста, найди все проекты с тестовые, с билди и передавай ему, и передай стандартные, скажем так, аргументы MSBuild'а, куда сложить результаты и так далее. С какой библиотекой. Опять же, обратите внимание, практически везде стараюсь использовать build variables. Это, кстати, ну, в идеале это самый такой правильный путь. Если мы будем говорить уже дальше про DevOps и про управление конфигурациями, к этому еще надо настройку, в которой мы еще можем менять эти build variables непосредственно от наших сред. Так, и есть вот такой шаг, который выглядит... Но здесь я уже немножко набокопорил. Смотрите. Я ему говорю, где взять непосредственно файл, опять же, ищи его по маске. Я ему говорю, team.pk, это все должно было быть в variables, так, по секрету. Дальше я ему говорю, какой e-mail пользователя, непосредственно с какого я создавал это все. Я ему говорю, какие устройства, видите, вот эта хэш-сумма устройств, серия тестов. Я ее могу здесь отдельно создать, он ее создаст непосредственно и запустит. И я ему говорю, где взять именно тестовую библиотечку, вот эту DLL-ку, которую он создал, чтобы он непосредственно запустил и вывесил это в тест. Ну и в настройках мы можем указать, где лежит Test Cloud. По сути, Test Cloud это тоже вот эта утилита, когда мы начинаем строить любое ксамариновское решение, это как стандартные пакеты, она выкачивается. То есть это утилита командной строки, которая стартует, именно первый раз вы запустили билд, она на билд-агент подкачивается и запускается. У нее как бы есть тоже внутренние свои как бы настройки, она умеет даже параллелить тесты, чтобы их не запускать в один поток. У нее есть, понятно, свой язык, и мы можем говорить, например, что мы можем просто отправить на Test Cloud, и все, и не получить никакого фидбэка. А мы можем сказать, что, пожалуйста, дай мне какой-то фидбэк, чтобы я мог проверифицировать билд, что этот билд окей или нет. Ну и, понятно, стандартные наборы контрол-версий. Ну, также дальше я подписываю APK-файл и дропаю. Ну, и сохраняю билд-артефакты. В принципе, на этом вся работа с Xamarin Test Cloud, она заканчивается. То есть мы написали тест, мы его пробилдили, и на данный момент мы уже можем говорить, что, окей, билд верифицирован,
все прошло. Теперь нам надо приступить непосредственно к дистрибуции нашего приложения, точнее к деплою. Так, from current slide. Смотрите, что у нас, какая здесь дальше. Интересная ситуация происходит. HotHockeyApp — это и разработка компании Microsoft из коробки, ни в Visual Studio Team Services, ни в Team Foundation сервере ее в принципе нет. И чтобы она появилась, надо немножко поиграться с напильником. А я, кстати, не уверен, что это разработка Microsoft. По-моему, Microsoft купила HotKeyApp. Ну, да, тут... Ну, как бы сейчас он принадлежит Microsoft. Ну, на данный момент. Да, запиливает его. Но, в принципе, как бы, чтобы у нас появилась возможность работы с HotKeyApp, понятно, вам нужна подписка. Об этом я уже как бы опускаю. Это все понятные вещи. Но нам надо будет прогуляться непосредственно на Marketplace. Скачать, ну, непосредственно сам билдшаг HotKeyApp, установить его. В случае, если мы его устанавливаем на Visual Studio Team Services, его даже качать не надо, они интегрированы. На Team Foundation мы его как бы непосредственно устанавливаем. Потом нам надо получить API-ключ от HotKeyApp и добавить еще точку входа у нас на подписке. И на Team Foundation сервере. И дальше непосредственно сконфигурировать релиз менеджмент процесс. Здесь я потом, кстати, дам, ну, эту презентацию, эти все ссылки там будут доступны. На сайте HotKeyApp у вас, когда уже будет подписка, вам надо будет получить непосредственно ключ API. Ну, вот он пример, как бы. И добавить дальше в настройки вашей подписки сервисы. Как только вы установили этот билдстеп, у вас тут появится HotKeyApp. Вы добавляете HotKeyApp, и он там появляется. И последним шагом, та-дам, мы конфигурим именно релиз менеджмент. Давайте я уже перейду как бы на сам этот. Да, после нового дизайна как бы. Просто тут повезло, например, Антону. У него этот дизайн уже достаточно давно. Там просто была кнопочка полгода назад. Кто хочет попробовать новый дизайн, нажмите сюда. Просто мало кто читает, как бы, что пишут там, мелким шрифтом. Ну да, в принципе, смотрите, здесь я специально развернул такие, ну, показать, что несколько есть сред, по сути, бета-тестерс, ну, как бы это стор для бета-тестировщиков, мы сейчас на него перейдем, и копия этого же, как бы, то есть, что их несколько этих environment, что оно все ходит. Сейчас я перейду в настройках, как бы, HotKeyApp, тут все очень просто. Просто мы указываем просто, какой агент, непосредственно, какие нам пакеты нужны, чтобы установить наше приложение, в принципе. И указываем непосредственно, там еще в настройках, но они прописались, вот здесь, в сервис endpoint, какую подписку он автоматом подтягивает. То есть нам использовать, чтобы задеплоить. Смотрите, вот он, HotKeyApp Connection. Ну, как бы, к сожалению, да, когда мы сильно делаем много, то есть... Microsoft нам говорит. Потом у нас непосредственно ID-шник приложения, мы его создаем. Блин, я хотел... ну, как-то так. Как бы, где взять бинарник, где взять файл, ну, именно переменные путей, где взять именно либы, которые использовались для создания. Кстати, вот эти DLL-ки мы тоже можем деплоить непосредственно в HotKeyApp, чтобы они оттуда тоже использовались. И... Самый такой тоже интересный момент, что параллельно мы можем, как бы мы это могли подкинуть на этапе, скажем так, просто сказать репозиторию, что ты каждый раз еще ложи в дроп файл, ложи какие-то заметки к релизу, то есть каким образом пользоваться, что в нем новое. Чаще всего туда вот именно на предприятиях кладут пароли какие-то базовые, ну, для тестовых сред, чтобы попробовать, и, ну, чтобы когда оно уже пришло к тому же клиенту, у него уже была вся информация на руках. И потом вот самое такие интересное, это мы паблишим, и мы можем непосредственно пронотифицировать абсолютно всех пользователей, которые у нас есть на подписке, что, чувак, у нас появилась новая версия приложений, пожалуйста, возьми и воспользуйся ей. Ну, теперь давайте перейду непосредственно на HotKeyApp. У меня вот тут есть одно такое приложение уже, это вот это версия альфа. То есть у нее тут есть базовые такие там overview, версии, краши, фидбэки и пользователи. Из пользователей, на самом деле, смотрите, у меня есть как бы я, как владелец, но это тестовый. Я еще добавил своего шефа, который что-то добавляться не хочет.
Он уже 2 недели висит в состоянии, ну, в статусе pending, как бы. Ну, не хочет. Ну что ж, я ж не буду заставлять, как бы. Здесь есть какая-то база. Что? Ну, это неправильно доверять девелоперу, по сути. Или даже девопсу, как бы. В любом случае, в идеале надо все проверять. Знаете, это тот классический анекдот, почему нельзя девелоперу давать доступ к продакшену. Ну, потому что... И вот здесь как раз та ситуация, когда я могу накинуть очень много, что девелоперу нужно давать доступ к продакшену. Но я думаю, что лучше мы это отложим на потом, да. Чтобы ну, не занимать время. Да, чтобы не занимать время, но как бы в идеале как бы эти все приложения должны кем-то, ну, кем-то проверяться. То есть оно не просто так должно ходить как бы в продакшен. То есть идея в том, что, что мы это все настраиваем здесь, и мы можем смотреть, сколько было непосредственно загрузок по приложению, какие команды то есть, использовались. Ну, так как это приложение просто было залито, я ни разу не устанавливаю. Если кто-то хочет, кстати, можем потестить. Я сейчас добавлю вас как пользователя, и вы можете, то есть оно придет вам notification, и вы можете потестить. Также здесь есть понятно, что версионность. Здесь понятно, краш он собирает, фидбэки, ну, от пользователей. Из таких хороших моментов, тут я уже буду выходить обратно в презентацию. Сейчас она загружается. Нет. Нет. Там идет запись. Потому нет. И нас еще, наверное, кто-то даже в онлайне смотрит. Вполне возможно. То есть есть вот этот хокяп, мы все продеплоили. И опять же, как бы вот я даже показал эту темку уже. Из хорошего, у него действительно есть бесплатный план. То есть мы можем бесплатно пользоваться для 2 приложений. Что-то этот слайд как-то выглядит очень депрессивно. Ну, конечно. Оп! Все только начинается. В случае, когда мы для личного использования, 5 приложений стоит 10 баксов в месяц, 15 приложений стоит 20 баксов в месяц, 25 приложений стоит 30 баксов в месяц. Но тут есть одно но. Сейчас расскажу. А в случае с бизнесом цены чуть-чуть вырастают. Ну, самый такой приятный такой, 500 баксов всего лишь, что, ну, так, небольшие деньги. Но есть одна большая проблема. Смотрите, мы можем использовать одну подписку, одно приложение HookUp, просто разделять в нем непосредственно версионность. И это указывать. Но есть огромная большая проблема. Он потом сливает на всю статистику воедино. То есть статистика у нас будет непосредственно со всех версий HookUp. То есть, окей, вот так он ее слил, и что делать? Тут, на самом деле... Можно ручками допиливать, то есть вытягивать через API всю статистику и себе как-то ее выводить. Или разделять, если есть возможность, если тем более куплен, например, там Business XXL, мы можем разделить непосредственно между приложениями. И я вам более чем скажу, это более правильный подход, когда мы разделили. И вот второй момент, который я еще говорил в начале. Смотрите, у HookUp интегрирует свое SDK в приложение. То есть в случае для тестовых и QA-сред, это как бы, ну, это еще good, нормально. Но в случае с продакшеном, тут задается вопрос. Готовы ли вы действительно предоставить чужое SDK в ваше приложение, которое будет работать у вас в продакшене и будет крутиться на реальных машинах пользователей? То есть это вы должны решить только для себя. По-другому никак. Мы решили это... Ну, у нас на предприятии это было решено другим способом. У нас был сервис Azure Application Insights. Мы с ним работали по REST API. И мы непосредственно сделали свою умную обертку, которая собирала как нужные нам фидбэки, сохраняла их в локальную базу данных. Если нет коннекшена, то есть оно, если есть коннекшен, оно отправлялось, и нет, как бы, ну, оно сохранялось и при следующем старте отправлялось. Но тут именно уже решение зависит от вас. Ну, давайте теперь перейдем вот так. А теперь questions. Да, у кого еще остались вопросы, кто еще не успел их задать, самое время. Отлично. Вопрос, он на самом деле общий. То есть, вопрос в том, что было самое сложное в настройке Continuous Delivery Integration с использованием BSTS. Потому что на собственном опыте знаю, что когда 1.5 года назад мы стартовали проект на BSTS, то мы уперлись в ряд проблем. Что было сложное для тебя конкретно? Continuous Integration. Самое сложное было. Ну, а вот какие-то конкретные примеры. То есть, конкретные примеры. Альфа-релиз. Альфа-канал непосредственно Xamarin. Библиотеки новые выходят каждую неделю. То есть мы всю неделю фиксим билд. Через неделю приходят новые библиотеки, у нас билд опять падает. И это было просто адский сатана, потому что, по сути, как это выглядело.
Он пишет, что build failed, пишет какую-то ошибку, ошибки по этой информации в интернете как минимум еще нету. Что происходит в такой ситуации? Единственный, который ближайший доступный специалист по Xiaomarin, он сидит в Беларуси. То есть и достучаться до него — это тоже веселая история, как бы. Есть шикарный Xiaomarin, так как, ну, я живу и работаю во Франции, есть шикарный Xiaomarin в комьюнити в Испании. Мы пинали их, когда уже не могли сами разобраться. Но чаще всего, как это все тестилось? Методом научного тыка. А давайте я попробую вот эту настройку, а давайте я попробую эту настройку. Именно на этом этапе мы узнали, что Xiaomarin, зараза, подменяет библиотеки. К сожалению. Если, например, смотрите, ну, классический пример. У вас в CS Project написаны, прописаны все ваши референсы. Вот в коде. Если у вас там написано просто название референса, и к нему жестко не привязана, например, версия конкретная, и иногда даже если привязана, он может посмотреть, окей, это мы когда говорим про ксамариновские библиотеки, у меня есть репозитория более свежая, и вместо тебя взять и запихнуть более свежую. А у тебя может быть уже моменты, которые деприкейтят. Например, у нас был такой прикол с... Ну, в Xiaomarin Forms есть такой Detail View, который плиточками. Я не помню, как он правильно называется. Он до этого момента он жил, он работал. В данный момент кто-то разработчик после Volvo было решено, что этот Detail View, он deprecated. И точка. Ну, например, мы хотим его в проекте использовать. Мне приходилось в наглую указывать через свой билд-агент. Я у себя на билд-агенте что сделал? То есть мы не хостед, понятное же дело, использовали. Я установил только ту версию Xiaomarin, и мало того, через файл хост еще запретил ходить вообще на сервера Xiaomarin и что-то новое выкачивать. То есть, ну, это я не скажу, что это правильное решение. Но приходилось бороться с этим так. То есть потом еще был отдельный вообще прикол непосредственно с линковкой. Так, когда мы говорим альфа-канал, почему так много весит приложение? Потому что, по сути, там помимо кода, который был переведен, он себе разворачивает там отдельно виртуальную машину, ну, среду выполнения. И этот псевдокод, который ну, предкомпилены, это вот эти библиотечки, которые были. Если мы говорим ему свинку, мне все библиотеки, понятно, что приложение, оно будет весить изначально меньше. И у этого параметра непосредственно под Android есть два дополнительных субпараметра. Это мы линкуем только JDK-шные библиотеки SDK, которые вышли, то есть девелоперские. Или мы линкуем еще и наши внутренние библиотеки. Так вот, с нашими внутренними библиотеками тоже каждый раз, когда мы выбирали линкуй, пожалуйста, и наши внутренние библиотеки, как бы мы их ни прописывали, на альфа-канале мы всегда получали failed build. То есть в данном случае, на самом деле, наше приложение, там линковка полностью вся отключена. Если хотите, могу это даже сейчас показать, то есть зайти в настройки проекта андроидовского, там написано Android Linking None. То есть он берет вот все скопы, в котором есть, оно это билдит. В стейбл релизе, в принципе, это пофиксили, оно шикарно работает. Мало того, еще достаточно недавно была тоже такая вот прикольная, это из моего опыта рассказываю проблему. У нас же в SLN есть build order в настройках, когда мы можем посмотреть. Если мы, не дай бог, в нашей ветке забыли, например, и указали, что с этой стартап project понятно, что у нас, ну, нужная нам платформа. Но если там еще указано, что, пожалуйста, еще просто сбилди какой-то дополнительный проект, мы тоже получали вот такую целую пачку таких эксепшенов, что он не может сбилдить. По сути, каждый раз, когда мы билдим solution непосредственно к Xiaomarin, у нас разбито по веткам. Вот это там у нас iOS, это у нас Android, это то. И в каждой ветке содержится какая-то базовая информация. Есть ветка мастера, не мастера, а development, по-моему, как-то она называется, я точно не помню, в которой содержится вот эта shared library, из которого все как бы, ну, получают. То есть понятно, что сначала была написана shared library, а потом уже дописывали все остальные платформы. И что происходило? Если не была настройка правильной build dependencies, он пытался, например, вместе с Android Project на Windows агенте сбилдить iOS. Ну и сами понимаете, что сейчас как бы сам VSTS оказался, ну и TFoundation сервер уже оказался немножко умнее. Он просто не пускает. И говорит, что, ну, чувак, сори, я не могу, как бы вылетает. А тогда он действительно запускался, оно занимало время, его колбасило, вываливалась вот такая туча эксепшенов, и ты сидел, думал, блин, а чё ж, ну, где реально проблема? Ну, вот это вот самые такие большущие приколы. Потом уже, после того, как мы это все имплементировали, то есть именно Continuous Integration, Deployment, это Cloud, ну, в принципе, это уже дело техники.
То есть это достаточно просто было. Но вот самый сложный этап, и он и на самый момент даже остается проблемным, то есть, ну, разработка это решение, ну, продолжается, это то, что у меня действительно вот на TFS, который внутренний, у меня там красивый такой светофор, красный, зеленый, красный. Ну, вот такая ситуация, то есть действительно так. И мало того, кстати, недавно был такой прикол, это произошло, вот мы проводили сейчас конференцию MS Pirate Show, и со мной ездил мой Xamarin девелопер, который сидит там, ну, мы в соседних кабинетах сидим, который девелопит наше решение. Вышел очередной альфа-релиз Xamarin, у него апнулся ноутбук, и после этого ноутбук сказал, я тебе не буду строить ни одно из решений. Вот просто все, полечилось полной перебивкой винды. Ну, мы пытались полечить, как бы, но вот пришлось... Ну, я тут не Xamarin девелопер, то есть... Вот эти моменты, как бы, да, было сутки. То есть Илья помнит, как ночью Кирилл сидел всю ночь, не спал, чтобы просто все грохнуть с системой и заново все накатить. Есть еще вопросы? Еще вопрос по поводу HockeyUp. Почему HockeyUp и какие есть альтернативы? И рассматривали, ну, команда рассматривала альтернативы или просто вот решили... Поскольку хорошо интегрируется, типа, давайте использовать его. На самом деле мы рассматривали альтернативы, и на самом деле могу сказать, почему выбрали HockeyUp. С HockeyUp вышло все на самом деле интересно, потому что все-таки там Microsoft, все-таки как бы в случае чего мы знаем, кого можно попинать. Как бы это на самом деле это был главный, скажем так. Расскажешь потом, что из этого получилось. С попыток попинать. Это тоже как бы. Но это был основной, почему выбрали HockeyUp. Понятно, что смотрели в сторону того же Perfecto Mobile. И есть еще несколько тестовых сторов. Честно, наизусть сейчас не вспомню. Но есть, я могу в документах открыть. Есть большая сводная таблица этих всех аналоговых серверов. Тот же Apple Test Fly, тот же Android Beta Program, которая действительно существует. Как-то вариантов много, но решили остановиться именно из-за того, что есть контакт, то есть мы можем спросить у людей. Конечно. Но есть, например, да, в любом случае интеграция по большей части с этими... А, вопрос, этот вопрос был. Ну, по сути, если нет какой-то интеграции с Visual Studio Team Services, там есть замечательный такой build task, называется Run PowerShell Command, через который мы можем в наглую запустить и отправить как бы любой файлик, куда нам надо, как надо, там, Spirit под выпертом, еще с чем-нибудь, как бы, то есть. Ну, как бы, да, API там есть, в принципе, все вот эти сервисы, они стабильно, ну, предоставляют API, им можно пользоваться. Да. Ну, давайте мы сделаем так, как бы, ну, это не рабочий мой ноутбук, это же дата-артовский, как бы. Я думаю, что этот документ, Игорь, если он у тебя уже есть, то просто мы его приложим вместе с презентацией. Да, вместе с презентацией. Документ, конечно, есть, как бы, там действительно есть и сценами, я делал сравнение, то есть там есть что посмотреть, как бы, есть что подумать, но решение вот принимал, действительно, его принимал я, так как я все-таки тесно интегрирован с Microsoft Community. И теперь мы знаем, кого можно попинать. Да. То есть решение было сделано в HockeyUp. Ну, рассматривался это точно, я помню, еще на этапе. Рассматривался Perfecto Mobile, Apple Test Fly рассматривался, Google Android Beta Program рассматривался и еще несколько сервисов. Но сейчас не скажу названия каких. На самом деле даже у маркетплейса майкрософтовского есть свой способ делать Enterprise магазин. То есть, грубо говоря, я должен вместо подписки обычного девелопера заплатить за Enterprise подписку, которая стоит чуть дороже. Тогда у меня есть возможность публиковать свои магазины. Вот. И тогда я могу опубликовать приватные магазины приложения для своих тестировщиков. Но этот процесс тоже обычно связан, как и любой другой, с болью и страданиями. И там тоже не все так гладко. И все-таки, опять же, это как частное решение только под UVP, грубо говоря. Вот. С другими оно не работает, ну, потому что это именно как части маркетплейса Microsoft. Я вам по секрету скажу, я посмотрел еще одно такое решение, которое было действительно воспользовано... Ну, у нас, так как получилось так, что тот город, в котором я живу и работаю, это вообще огромный такой бизнес-инкубатор для всех стартапов.
То есть там очень много стартапов, ну топовые по миру, топ-3 бизнес-инкубатор, он находится там в Монпелье. И очень много понятно, что все проекты рано или поздно они внедряют мобильное приложение. Из тех решений, которые я видел, люди просто покупали там developer subscription себе какой-то, то есть под тот же Google Play Market, и просто писали там, ну, четырехэтажное название приложения там и в скобочках там альфа, и паблишили напрямую в Store. То есть и вы такие приложения сейчас, если захотите, в Store можете найти, они существуют. Ну, с Mac'ом такое не прокатит, да. К сожалению. Тут на самом деле в любом случае, когда ты паблишишь новое приложение, оно проходит через процесс верификации, да, в любом маркете. Да, 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 да. Даже, да, в андроидовском. Тестфлай. С тестфлаем и с хоки апом тоже. Есть тестфлай как бы. Ну да, и непосредственно рассылать между ними. Это тоже есть. Ну, дальше распространяется, да. Но опять же, Apple устройство непосредственно, еще само устройство должно быть в developer режиме, иначе вы не установите. Уже нет. Но мы недавно тестили, потому что у нас оно затребовало, пожалуйста, переведи устройство в developer мод. Я просто недавно с этим столкнулся. Там какая история? Профайл, который вы получаете в подписке Apple, он содержит в себе список устройств, на которых разрешено разворачивать это приложение. После того, как это provision profile. Да, 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 да. После, да, того, как вы указали в этом профайле, какие устройства, на каких устройствах разрешено запускать это приложение, уже не имеет значения, каким образом это приложение попадет на устройство. Вы можете отправить по почте, вы можете положить куда-нибудь там в Azure Storage, и оно в виде файла скачается. Вы можете где-то выложить на Hockey App, и всем участникам, ну это наиболее удобный способ, всем участникам придет уведомление на почту. Они нажимают кнопочку «Посмотреть», переходят на обычный веб-портал, и это приложение скачается и обновляется или устанавливается, в зависимости от ситуации, на iOS-устройство. То есть в этом смысле платите 100 баксов, вы получаете 100 плюс 100 устройств для работы и тестирования. А это очень просто. Hockey App, там просто пишешь там, когда пользователь регистрируется. Тебе, пользователям уходит приглашение, они там заходят, там, согласен, 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 огонь, и все. Потом и уже его получил. Разработчик получает вот эти список айдишников устройств и загружает в Apple. Ну, там все. Но на самом деле, у нас была другая проблема, то есть это происходило, сейчас скажу, чтобы не соврать, это было в мае, да, в мае. В мае мы когда действительно попытались установить на iPhone приложение, то есть у нас был UID, по которому от нас он потребовал, что, пожалуйста, переведите телефон в режим девелопера. Вот так. Скотыняка, да. Ну, как бы это тоже, ну, это стандартная процедура, то есть она проводится, как бы, это как и у Android, вы когда там, ну, настраиваете, то есть разрешить установку там из неизвестных источников, понятно же. То есть у iPhone аналог, как бы, developer мод, из которого тоже он разрешает непосредственно и дебажить, и получать информацию. Ну, как бы да, как бы. Вот и, ну да, копировать там, вставлять свистки и так далее. Но, как бы, видите, то есть оно, в принципе, то есть взаимозаменяемо. Просто вопрос в том, что какое количество времени вы потратите там на интеграцию и внедрение. Да. А, ну что ж, я думаю, что у нас есть еще вопросы. Hockey App, получается, подчистую ставит это приложение, как бы наново, да? Ну, то есть, так же, как я целый АПКшник скачаю и буду там ставить. Да, да. Hockey App, он не устанавливает приложение. Смотри, это надо прежде всего понять. Он как бы дает нотификацию, как бы по сути, как бы что окей, или это по почте, в случае там айфона и андроида тебе по почте приходит информация, в случае айфона и UVP, в случае с андроидом там уже появилось приложение, которое тебе просто notification приходит. Это немножко упростили. Но в случае UVP и айфона тебе приходит сообщение на почту, которое содержит непосредственно пакет. Для UVP это AppX как-то так. Для айфона это IFA, по-моему. IPA, да, IPA. Да,
AppX Bundle, да. И который вы уже непосредственно разворачиваете у себя на машине. Ну, на устройстве. А настроить что-то такое с апдейтами нельзя, да? Нету варианта. Нет, если приложение уже было, и ты как бы апдейтишься туда, оно считай, удаляет старое, ставит новое, да? Скорее будет 100-500 версий на устройство. Да. То есть, в принципе... Не, ну он будет такой же сценарий, как я из магазина, оно само? Да. Просто но это в том случае, под... если у тебя конкретно прописано одно и то же приложение, один паблишер у вас, да-да-да, и они совпадают. В случае, если у тебя, например, то ситуация, может, поменялось чуть-чуть название, там, ну, или просто вы в названии там добавляете, например, альфа-версия, ну, прям название, то есть, например, я еще нумерую у себя на продакшене, я нумерую каждый билд, он уходит в название, я нумерую версию билда, я нумерую environment непосредственно, на котором это приходит. Они у меня ставятся как отдельные приложения, потому что у меня поменялось название. Но это было сделано специально, потому что устройств не так много, и мне обновления не были нужны, как бы на которых мы тестим. То есть у меня на одном устройстве одновременно может быть как альфа, так и бета, как новая альфа, так и бета старая. Каким образом название приложения влияет на его айдишник? Там непосредственно, когда ты паблишишь HookUp, ты меняешь вот этот айдишник, и ты его указываешь. Я же рассказывал еще в начале, что у меня, мы хитро поступили. Мы не на одну подписку паблишим, мы паблишим на несколько подписок. То есть у нас несколько приложений. Это ж вот для чего было сделано, прежде всего. Чтобы потом мы могли на одном реальном, по сути, устройстве иметь несколько версионностей там, из разных каналов. Это и в то же самое время оно нам дало еще возможность сравнить. Но это было наше решение, как бы я не говорю, что оно правильно, вы же поймите. Каждый выбирает для себя женщину, религию и дорогу. Ну, это удобно, да. Да, в некоторых случаях. Еще один вопрос. Да. На самом деле крутой доклад, спасибо большое. Мне очень понравился лично. Я хочу спросить насчет HookUp. Можно ли кастомизировать ошибки, которые отправляют HookUp с клиента, ну, с приложения, по сути, в свой стор? Можно. Можно, да? То есть просто у меня не с HookUp, с другой тулзовиной была ситуация, когда, например, клиентское приложение падает с там, WebException, uh-huh. Он говорит, там, WebException, ошибка там, 404 там, или ну, какая-нибудь, но при этом не говорит, какой контекст. То есть не говорит, на какой ресурс ломился запрос. И поэтому в таком случае важно, чтобы был контекст некий. То есть позволяет ли HookUp такой контекст передавать обратно на сервер? Да. Называется это Custom Errors. То есть их реально, это есть даже прям документация. Когда заходишь в документацию на HookUp, это все там есть, там сходу один из первых базовых примеров. Сначала он показывает, какую еще статистику собирать. И там вот такие белым по черному написано, окей, а вот так создать свою ошибку и отправить информацию. Мало того, мы в этот custom error, это же как тот же exception, мы можем передавать непосредственно вообще все детали, которые нам нужны. Это как бы зависит больше от нас, что мы передаем. Вот-вот. И это же вот этот хендлер, он появляется, как только мы добавляем SDK HookUp непосредственно в само приложение. То есть именно, и кстати, именно из-за того, что этот хендлер потом, скажем так, очень хитро добавляет к размеру конечного файла, немало, это тоже была одна из решений, почему именно то приложение, которое в сторе, оно не имеет в себе вообще в принципе HookUp. То есть оно там выпилено. Да. Не понты просто оказалось. Ну, мы сравнили, и там... Ну, там получилось где-то 15 мегабайт на HookUp он забрал. Вот-вот. Мы сами обомлели, то есть, и у нас, как бы, мы решили, что HookUp нет. Да, для Android. А HookUp, получается, вот эти кастомные ошибки, он там эксепшены просто отлавливает, которые, типа, ничем не обработаны. Один из вариантов, да. То есть абсолютно. То есть, как уже было сказано, там есть хендлер, ну, который его, в принципе. Мы можем создать как свой собственный ивент, как описать. Можем уже есть стандартные ивенты, на которые написать. И мало того, уже заложено в самом HookUp, то есть изначально, когда он понимает, что приложение, то есть вот page non-visible, и начался краш, он уже понимает, что это краш, и отправляет инфу по крашу. То есть это стандартно. Это тоже один тип из ивентов. А как ты решаешь? Сейчас. Нет, там
Да. Там, смотри, тут... Но в любом случае, но в любом... у любой платформы есть набор этих стандартных ивентов, а-ля там необработанный эксепшн вылетел, а ты уже его лови, не лови, как бы, как хочешь. То есть, и мало того, ты еще свои собственные события тоже, именно как события можешь создавать для отправки каких собственных, да. Вот с этим вообще даже, честно, не буду врать, не сталкивался, как бы, тут не могу подсказать. Но идея в том, что там есть, ну, менедж full stack, то есть от момента запуска приложения до момента, когда оно там скрашилось или закрылось. Ну что ж, Игорь, я хочу, я думаю, я выражу общее мнение, да, что доклад и вправду был классный, всем понравилось. Давайте поблагодарим Игоря. Спасибо. Да, материалы доклада мы передадим ответственным людям в DataArt, которые их разместят, как Ульяна уже говорила, на митапе. В этом ивенте там будет ссылка на презентацию, там будет ссылка на таблицу по сравнению этих сервисов, которую Игорь обещал нам предоставить. Я предлагаю сделать следующее. Для тех, кто еще выжил, у кого еще остались силы, можно сейчас взять Игоря и вместе с ним пойти попить чай, кофе, позадавать ему еще вопросы. В противном случае, как бы, если вопросов у вас нету, то хотелось бы сказать вам большое спасибо за то, что пришли на нашу сегодняшнюю встречу. Хотелось бы пригласить вас, собственно, и на следующие встречи, которые проводятся под флагом IT Talk, и обязательно на следующие встречи, которые будут проводиться в рамках Ukrainian Azure Community. У нас планируется на плюс-минус середину, конец ноября еще один доклад на похожую тему. Планируется? Планируется, да. Еще один доклад на похожую тему, поэтому следите за анонсами, не пропускайте, и будем рады вас видеть. Сейчас буквально еще одну секунду, как бы, из того, что меня попросили сегодня расшарить еще на ивенте, вот я выйду даже из презентации, чтобы показать. У нас в Украине появилась относительно недавно, и, кстати, создатель именно группа по Xamarin, которая доступна xamarin.ua. Мало того, создатель этой группы тоже сидит в этой аудитории. Дима, встань, представься, как бы. То есть давайте еще похлопаем ему, что он ее создал, как минимум. Который тоже поднимается достаточно животрепещущие темы по Xamarin. И в которой я знаю точно, что сидят не только украинцы, ну, как бы родом из Украины девелоперы, как бы тоже смотрят, что там происходит. И которые будут еще дальше продолжать выкладывать свой авторский контент. То есть, в принципе, там будут прикольные вещи в этой группе. То есть, тоже прошу, заходите, вот она ссылочка есть.